Это программа «Подъем» на новом канале. Как хорошо, что вы проснулись посмотреть на двух идиотов с лопатами. Я бы не сказал, что мы идиоты, потому что сегодня 40-річчя від створення программы «Подъем». Как это организация называется? Greenpeace. Да, организация Greenpeace. Помните, которая на надувных лодках, как правило, очень так, знаете, прагматично атакует танкеры с нефтью, вот, и обливает их там еще какой-то ерундой, потому что они считают, что танкеры с нефтью загрязняют окружающую среду. И это сразу поясню, почему мы с лопатами. Потому что танкеры с нефтью и надувные човни, а мы тем часом с лопатой идем саджать дерево. Дерево имени Подъему, это будет груша. 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 Вот, я не знаю... Знаете вы или нет, мы вот уже у нас есть так называемый саженец с грушей. Ну что значит так называемый, Андрей? Я перепрошу за голос. Ты когда-нибудь деревья в школе сажал? В принципе, я в первый раз зараз в жизни буду сажать дерево. Знаете, поздравляем что? С дебютом Романа Скрипина. Осенью можно сажать дерева, и вот это как раз є фруктовые дерева, такие как груша. Можно сегодня, не откладывая ничего, сделать корисную справу. Андрей, до нас выкупали уже яму. Не треба делать вигляд. Мы на телебачении. Видишь, что здесь? Здесь я, может быть, клад хочу выкопать. Давай мы будем саджать грушу, Андрійко. Так, друзья, я, честно говоря, не знаю, но я, когда был еще школьником, в отличие от этого саженца, который уже с землей, саженцы, которые мы использовали, они выглядели, и вы согласитесь со мной, они выглядели как просто вот такое, знаете, маленькое деревцо с корневой системой. И очень сложно было, знаете, закопать его таким образом, чтобы... А тут небо уже все готово. Очень сложно было закопать его таким образом, чтобы оно еще стояло. Дякуємо нашим администраторам. Зараз мы нагадуємо наших политиков, которые сажают дерева, теж коли уже яма выкопана. Я не знаю... Мы не гірше за них. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но вот меня, например, эта информация просто поразила. Одно дерево, груша, в частности, вот то самое, которое мы садим сегодня, производит в год 120 килограммов кислорода. Килограмме? Да. Ну, может быть, литров, я не знаю. Ну, то есть там в объеме или в весе. В общем, этого объема, этого количества кислорода достаточно для одной семьи из трех человек, для того, чтобы... Он мне подсказывает, что именно килограмм. Да, либо груша, природный газ там этого объема, этой массы кислорода достаточно для одной семьи из трех человек в год, ну, для того, чтобы вот нормально дышать, что называется. Поэтому сегодня в подъеме мы помогли одной семье из трех человек, которая смотрит нас прямо сейчас. Вот Света, Сережа и маленькая Маринка. Вот, ребята, вот это вот дерево для вас, вот и вы подышите, хотя нет, оно еще маленькое. Но когда оно вырастет, вы целый год будете дышать благодаря этому дереву. Оно будет называться имени Подъема. И ростиме оно тут на Тургенівській 25, это все робиться взаправду. Если вы раптом будете идти повз, то сможете побачити, от, власне, це дерево.